У нас товарищеский матч состоялся по 2013 году. С Квилирби сыграли. Хорошая игра была, 9-8. Но выиграли. Сейчас ребята скажут пару слов буквально. Артем, сколько мячей забили сегодня? 6. 6, молодец. Хорошо сыграл? Нет. Так, Макс, как сыграли в воротах? Нормально. Были ошибки? Да. Хорошо. Денис, как игра ваша сегодня оцениваете? Есть над чем работать, да, я понимаю, Денис? Да. Кирилл, почему улыбаемся часто так в игре? А, Кирилл? Потому что я не люблю. Понятно. Даня, как сыграли? Плохо. Плохо? Есть над чем работать, да, дальше? Вот так вот, надо тренироваться больше, правильно? Давид? Хорошая игра. Сыграл хорошо. Ну, все понравилось, да? Отлично, молодец, Пашка. Хорошо сыграл, отлично. Отлично. Ратмир, что скажете? Нормально сыграл? Да. Ну, не забил, да? Да. Артем? Нормально сыграли, команда хорошая. И Кирилл? Нормально сыграли. Нормально? Все понравилось? Да. Все, молодцы, удачи, дальнейших игр.